Здравствуйте. Сегодня хочу вам представить новинку от Samsung Galaxy Tab 3, 7-дюймовый, соответственно, планшетик младший линейки Galaxy Tab 3 SM-T210. Данная модель обладает 7-дюймовым дисплеем, 1024 на 600, двухъядерным процессором 1,2 Гц, 3-мегапиксельной камерой основной, фронтальной 1,3, воспроизведение видео Full HD, аккумулятором 4000 мА. Давайте посмотрим, что предлагает нам Samsung в данной модели. Соответственно, сам планшет. В качестве комплектации входит кабель microUSB, зарядка на 2 ампера, соответственно, краткое руководство, гарантийный талон, памятка и аксессуары. Соответственно, смотрим. Планшетик нам достался в белом цвете. Сзади у нас с вами глянец. По бокам идет пластик серебристого цвета. В руке данная модель сидит хорошо, удобно. Значит, что у нас с вами? Значит, сверху у нас с вами разъем для 3,5 для наушников. Справа кнопка включения, клавиша громкости. Снизу два динамика, микрофон, разъем для microUSB. Слева разъем для карточки microSD. Сзади у нас с вами камера 3 мегапикселя. Обращу внимание, что данная камера без вспышки. Модель представлена в 8 гигабайт факторе, то бишь 8 гигабайт общей памяти, то есть будет доступно где-то в районе 6 для пользователя. Итак, пока я вам рассказал о нем, то я его включил, он завелся, появилась новая заставка Android 4.2.2. Красочные. Ну, разрешение здесь, как я говорил, не сильно большое. Поэтому посмотрим сразу, что у нас с вами есть в меню. Итак, первоначальное меню у нас простейшие программы. Первоначальные, соответственно, All Share Play позволяет воспроизводить с компьютеров из других источников, где установлена данная программа, видео, Biglion, игра, чат он, Chrome, Dropbox, e-mail, Gmail, Google Talk, Google+, Group Play, ну, в общем, стандартное приложение Google. Из них стоит отметить Polaris Office для чтения Word, Excel, Ubank, электронный банк, Shaolin, это игра, ну, аудиокниги, это тоже стандарт, калькулятор, метро, Яндекс Метро у нас находится, значит, диспетчер файлов, мои файлы, погода от Яндекса и, соответственно, инструкция на русском языке, в электронном виде, в Самсунге. Так, что здесь еще посмотреть? Давайте посмотрим с вами на настройки. Соответственно, в настройках у нас идет пункт, первый идет Wi-Fi, далее Bluetooth, использование данных, дополнительно у нас можно выставить VPN, устройство, передающим общим файлом через DLNA и KIS через Wi-Fi. Режим блокировки, то есть здесь можно заблокировать какие-то определенные уведомления, звук, громкость, соответственно, здесь у аппарата достаточно неплохая, благодаря двум динамикам. Соответственно, дисплей здесь можно ставить обои, панель уведомлений, яркость выставлять, то есть можно также автоматическим.
стиль шрифта, размер шрифта, процент зарядки. То есть тоже что очень удобно. Память смотрим, значит, объем у нас 8 гигабайт, доступно в реале около 5 гигабайт. Режим энергосбережения, который ограничивает процессор производительность и яркость экрана. Соответственно, тем самым может беречь батарейку. Вот, соответственно, вот мы его включили, 59% он изначально идет. Ну, у нас вот диспетчер приложений, местоположение GPS, то есть что данный планшет можно использовать как GPS-навигатор. Экран блокировки, то есть блокировки экрана, какие можно вытащить, значки на блокировку и так далее. Ну, безопасность тут зашифровать устройство, соответственно. Также установить в память сертификаты и, одно из главных, разрешить установку приложений из других источников, кроме как Play Market. Резервное копирование, учетные записи, значит, вот аксессуары, подставку. Параметры об устройстве. Да, 4.1.2 последняя версия Android. Далее смотрим с вами, соответственно, верхний виджет. Достаточно удобный. Он обновился. То есть, соответственно, здесь у нас с вами Wi-Fi, GPS. То есть можно отключить. Удобный поворот экрана, Bluetooth, энергосбережение, режим блокировки, синхронизация вождения. Соответственно, тут же есть в левом верхнем углу, где я нажал, быстрый, да, доступ к настройкам. Так, давайте с вами посмотрим камеру. Соответственно, здесь две камеры. Соответственно, основная 3 мегапикселя и боковая, то есть, да, вот, фронтальная. Давайте сейчас фотографируем. Так. Для 3 мегапикселей очень даже неплохо. Потому что нет стаи шумов, все очень даже неплохо. Посмотрим, что у нас фронтальный. Фронтальный будет чуть-чуть похуже. В принципе, для скайпа подойдет. В принципе, достаточно быстрый данный. Удобный. На новом андроиде, то есть, как для чтения, так и как навигатор, в принципе, очень удачная модель. Побольше разрешений. Опять же, есть слот для карты памяти, что очень удобно. Такой вот 210. То есть сервис в интернете тоже будет интересно, в принципе. Тут как бы не проблема. Тоже, в принципе, нормально. До руки, в принципе. Очень даже будет удобно. Вот такая вот крошка с Galaxy Tab 3, которые вот недавно появились на рынке. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.